ваши противоречия могут касаться вопросов ликвидации депутатской неприкосновенности. Ваши противоречия могут касаться вопросов снижения депутатской зарплаты. Но в вопросах выживания украинцев противоречия недопустимы. Позор тем слугам народа, которые не слышат более чем 7 миллионов семей, обессилевших под гнетом незаконных валютных кредитов, которым на руку нечистоплотная деятельность предшественников. Мы благодарим тех, кто на нашей стороне в борьбе с беспределом банков. Мы должны встать на защиту людей. Акция национального масштаба, которая проблему вывела на национальный уровень. Курс может доползти и до 14, 15, 20. И поэтому эту проблему нужно решать сейчас. Мы боремся за справедливость. Присоединяйтесь. Вместе мы сила. Первое, о чем прошу, вот этот накал не уменьшать. Мы должны вставать все. Мы победим. Громадский контроль банков. Ищите группу в Фейсбуке.